бросила хозяйка, отомстить задумал зайка. Перелез через карниз, ночью девочку загрыз. Да, это как раз то, что требовалось. Еще читать? Конечно. Или по очереди? Не-не-не. У вас их очень много, поэтому... Не, немного, я выбрал. Здравствуйте, радость. Привет, Белла. Как вы дела? Ты моя хорошая. Присаживайтесь, я постою, я. Так, по-моему, на всех хватит. У нас вот еще Виталий скоро сядет. Сел. Как приятно. Видеть знакомые детские лица, да? Ты так подросла. Ты была, по-моему, вот такой, когда ты видела в прошлый раз. У нас, смотри. Давайте по 2-3, да, хочу, потом. Я у меня их немного. Свой стих. Ой, замечательно. Сейчас, сейчас, сейчас. Слушаем Виталия. Ну, это не очень хорошо. Ребенок, но ничего. Девочка Маша искала малину, ножкой она наступила на мину. Долго мне будут являться во сне те голубые глаза на сосне. Ну да, мне знакомо это. Мы так придумали. Я к вам упала. Давайте по очереди. Она сейчас просто.